Приветствую всех, мои дорогущие друзья. Мы сегодня с вами будем смотреть на конкурсный мод от Кайзера. Седьмой международный турнир, так называемый, проходит. Вот. И модификация называется Gunsmith. И эту модификацию создал не сам Кайзер, а Экзорцист. И он ее, в общем-то, переделал под конкурс. Давай посмотрим, что это вообще из себя представляет. То есть, добро пожаловать сегодня в чемпионат поймать рейтинг, получайте, поднимайте рейтинг, получайте более совершенное оружие, убивая врагов, вы можете лечиться, свистнув. Это стоит... О, так. О, Смит Вест... Смит Вестон китайского образца у нас, да? Что-то они умирают раньше времени, по-моему. Ребят, с такой пушки умирать не надо. Не унижайтесь. Блин, я хочу более совершенное оружие. А-а-а, черт возьми. Так. Я свистнул, у меня нифига здоровья не прибавилось. Ну? А смысл? Смысл этого мува, если он ничего не приносит? А оружие у них исчезает, конечно же. Подобрать не можешь. И я поначалу подумал, когда прочитал описание, что это пародия на Counter-Strike, гонок на вооружение. По сути, так оно и есть. А, тихо, блин, как-то не вовремя-то. Ну и когда я более совершенное оружие получу? Да, пока я только люлей получаю. Я уже такую толпу убил с полицейского кольта. Черт возьми, когда повышение-то? Нажимаю на свист, у меня... О, во, все. Хе. Ну, вот это я греб, конечно, блин, с помповухи. Читерская херня какая-то, блин, непонятная. О, неужели спустя длительное время мне наконец-таки дали Смит Вессон 10? О, это реально, блин, сложно. Так. Кажется, нашел неплохое место. О, пуль 19-11. Отлично. Вот сейчас пойдет мясо. Тихо! Тихо, мудак! Лысый. О, засел в этом месте. Погоди! Ты как-то так, как так точно стреляешь, а? Научи, нуба, так стрелять, как ты. О! Магнум. Ну, знаешь, это уж, конечно, очень спорное. Это оружие прям гораздо круче кольта. О. Опа! Блин. Блин, как я так косячу! Так. Не, ну так нельзя промахиваться. Тем более такого оружия, блин, ну нельзя, нельзя. О. Тихо. И звуковые баги, ну ладно, фигня. Ой, блин, как же так можно косить? Дайте мне в пулемет. М60 какой-нибудь. Плевать, что его тогда не было. Просто блеск. Я дошел до последнего оружия, у меня игра вылетела. Это нормально вообще? Что за бред такой идиотский?
Ой, ну конечно, жрабас, скотина, ты ж парногая. Ладно, пробую еще раз. Атмосферная локация. Вот это, правда, не рофл, это на самом деле так. Локация атмосферная. Была выбрана интересно. Тут потому что я модов никаких не помню, чтобы тут какие-то были события происходящие, кроме тех событий, когда Томми с Доном приехали убивать Карла. Ой, ну пролагивание-то откуда взялись? Ну, кстати, тоже позиция такая недурственная. Так. Пожалуйста, не убивай. О, Смит Вессон. Замесимся, конечно, замесимся. Так, погоди, чувак, погоди. На тебя не рассчитываю вообще, абсолютно. О, тут откуда труп валяется. О. Почему сюда винтовочники прибегают, а? Кто вас звал сюда? Винторезники херовые. А, ну, смотри, ну сейчас чисто типок со Спрингфилда побегает ко мне и все. Остальных не пускают. Остальные, видимо, там застряли. Ну давай, 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 не бойся. Я тебя сильно не убью. Так, маленько только. Как ты вовремя бежишь ко мне? О, отлично. 19-11. Так. Кажется, это баг. Сейчас ко мне только будут бежать вот эти вот размноживающиеся челики со Спрингфилдами. Это, конечно, немножко грустно. Что остальные пример забыли, только один чувак с винтовкой ко мне неровно дышит. Неплохая попытка, давай еще раз. О! Еще один прибежал. Приятно. Что мне не придется до конца убивать этого одного гопника. До тех пор, пока у меня игра не вылетит. Или меня не убьют. Так. Тут, кстати, можно похилиться. Мне все-таки с кольтом больше нравится управляться. А? Так. Давайте еще, ну побольше. Давайте мне челика с мечом, с битой. В чем проблема? Почему они не бегут ко мне? Этот же рабасок там держит? Нет, не идите к нему. Он сам к нам прибежит. Ему некуда деваться. То сейчас я прям вообще космический уровень стрельбы показывал. Легальный чит на перезарядку.
Ой. Когда перезаряжаешься, делаешь кувырок, все. Звук того, что ты перезаряжаешься, есть, а по факту ты уже с полной обоймой. Не делайте этого. У меня дети. Смотри, одни, вот одни трупы так валяются. Вот это вот. О, ты что так быстро резнулся? О, Спрингфилд. Ну давай. Винтовка. Против винтовки. Кто более винтовочный? Неплохо. Плохо. О, успел выстрелить. Молодец, респектоз. О, что за херня сейчас выскочила из-под текстуры? Особенно вот приятно, вот когда Спрингфилдом вооружен. Перековыриваешься. И все, у тебя полная обойма, потому что Спрингфилд перезаряжается очень долго. О, давай, 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 у тебя почти получилось, давай, проходи. Проходи, родненький ты мой, у тебя хорошее оружие. О. О, отлично. То, что надо. Вот тебя я ждал, плюгавенький, лысенький. Как же ты быстро умираешь. Чё? Мечом убить? Ну точно, это пародия на контру. Там тоже нужно было... А? Там последнего нужно было убить ножом. Одного. Так. Иди ко мне. Беги ко мне. Беги, мой хороший. Так, усиленная атака убивает сразу. О! Почему у меня только одна граната? Чувак, в чем проблема? Тихо. А, еще вот она. Да, гранат, конечно, это сильно. Жалко, их мало. Так. Давай. Так. Так. Просто бесконечно бегут. О, чувак, извини. Это тебе, это тебе. Давай. А, нет. Вот тут проблемы, конечно, с ними. Ради бога, не делайте это. Так, все, его убило. Умрешь, дерьмо. Давай, 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 давай. Так, допустим. Чувак, сейчас взорвемся мы. Ну ты какой порыт нужно делать? Все, у меня гранаты кончились. Что делать дальше? Вот там чувак опять с винтовкой прибежал. Который пропал куда-то. Возможно, мама его борщом угощала.
Ну, вообще, я думаю, что смысл этого мода понятен. Мне он, в принципе, понравился, хотя с первого взгляда это было вообще кошмар какой-то. Можно было бы, конечно, его доработать. Это не финальная версия, я надеюсь, что в дальнейшем мы увидим что-то подобное. Так. Сейчас у меня родилась, я бы сказал, иная мысль немножко. Получить здоровечки побольше. Переколошматить вот этих вот лысеньких. И потом с гранатами ворваться вон туда и перечепушить их там всех. Конечно, это будет почти нереально. Ну все, когда винт будет, когда я буду чемпионом. Ну да, я убиваю их не гранатами, но у меня гранаты кончились. Я их же убиваю голыми руками, это еще, по идее, больше очков должно было даваться. Не делайте этого. Давай, лысенький, умирай уже. Ладно. У меня семья. Че? А почему у меня оружие перестало? Все, у меня оружие никакого не дается. О. Баг какой-то небольшой опять. О. Давай, беги ко мне. Беги, мой лысый пирожочек. Вот. Еще один. Двое. Целая вечеринка у нас тут. О. Тихо. Так. Ну-ка. Погоди, смотри, сколько их там. Лови. Фу. Зарежу. Не зарежешь, нечем. Во, сразу троих. Трипл килл это называется. Че, у меня сколько гранат? Три гранаты еще. Нет! О, ну наконец-то я прошел этот конкурс. Отсылка к криминальному чтиву. Вот, такой, такая вот вышла модификация. Мне она понравилась. Сама стилистика, сама идея, сама локация. Это вообще очень здорово. Было бы круто увидеть больше вот таких вот творений оригинальных, интересных. И не только в конкурсах, но и просто в обычных модификациях. Вот, я поиграл, получил удовольствие, хотя первый раз, когда я играл, да, у меня прям горело, я не понимал, что делать, сколько нужно убить этих челиков, не понимал, какое место лучше всего занять, чтобы их отстреливать. Ну вот, в общем-то, вы можете пользоваться моими, скажем так, тактиками. И у вас все получится. Успехов, удачи и пока-пока.